Приехали в Алди, 100 лет не было в Алди. Но если точнее, месяцев 8. Потому что он далеко, ну, этот в Хьюстоне, вот мы в Алди. Мы живем от Хьюстона 1,5-2 часа, смотря где и когда. А то иногда и 3 часа от Алди, ой, от Хьюстона. Поэтому не доводилось часто бывать здесь. Но обычно, если мы в Хьюстоне бываем, то мы едем кратко. Но сегодня решили в Алди. Хорошо здесь сделали, хоть коробочку взять, здесь же тележек нету. Взяла коробочку, что я куплю, не знаю. Сухофрукты здесь всегда были такие неплохие. Манго 4 доллара. Совсем мало, лучше в Костко покупать. Печенюхи. Реально, наверное, в Алди я была последний раз в феврале. Мы жили в Северной Каролине. И там оно было рядом со мной. Ну, то есть в пешей доступности. Я сама туда ходила. Так, сладкое нет. Хлеб мы не будем смотреть. Вот, вот эти шоколады я обожаю покупать. Немецкие хорошие шоколадочки. Что мы возьмем? Неудобно одной рукой коробку держать. Так. Блин, неудобно ведь. Я камеру не закрываю там. Нет. Так. С мятой одну. Сесолт одну. Солт, ну, с морской солью, да, и дарк, просто черный. Вот они по 2 доллара, супер. А еще вот есть 70% и 85% милк экстра. А, черный дарк сесолт, это же тот же самый я взяла. Вот этот надо черный, такой, знаю, муж любит. Больше взять. Так, наверное, здесь должны быть труфеля. Здесь обычно очень часто на скидке труфеля. Так, не здесь. Ну, в каждом Алди, наверное, немножко отличается местоположение. Я помню какую-то вкусную колбаску я здесь раньше брала. Я реально все забыла. Ежевика. В таком месте странном по 2,39 малина и ежевика, да? Может, малинку взять, одну возьмем. Так, что еще? Мне колбаску найти надо. Такие вот грибочки фаршированные. Клубника по 3. Ой, некрасивая. Так, это моя коробочка. Поехали дальше. По 4 это эти самые финики. Финики 4 доллара. Можно взять. Огурчик можно взять. Или такие. Такая же цена, как и в Walmart. Огурчики я их засаливаю, не знаю, или взять большой, наверное, возьму такой один. Какие-то не страшные. Возьму, ладно, такой. Салаты, шпинат, брокколи у нас есть, помидорки есть. Такой салатик взять, бэбиш и спинач. Спрингмикс, вот это большая коробка, мне надо поменьше, нет, не буду я одна.
колбаску найти, которую раньше брала. Что-нибудь из сыра? Моцарелла. По $3 моцарелла, может, возьму. Так, и колбаску посмотрим. Все, я уже не помню, какую я брала. Турки Брест. Да, вот такая можно взять за 4. Ахам тоже 4. Может, хам лучше взять. Я нахватала себе, честно, не подниму. Надо было брать все-таки большую телегу. Вот эти вкусные чизкейки здесь, но нет. Не берем чизкейк, нет. Просто думаю, может быть, другая здесь была какая-то вкусная колбаска, но я не помню, я не помню. Это все готовить нужно, мы пока не готовим. Не готовим. Что это за 5? Опять хам. А может, тот хам лучше? Или тот хам? Caramel color.